Добрый день, дорогие друзья и подписчики. Сегодня получил очередную посылочку с сайта AliExpress. Трек не отслеживался, посылочку бросили в почтовый ящик, вот только что вынул. Здесь подсветка, ключ зажигания для автомобиля Ford. Ford C-Max. Ну, подойдет и для Ford Fusion, для Ford'ов, короче говоря. Такая подсветочка. Для Ford Focus. Посылочка пришла очень быстро, где-то за 2 недели примерно так. Так, ссылочку на нее оставлю под видео, кому надо заказывать. Оставлю вам ссылку на EPN кэшбэк, чтобы вы могли возвращать часть денежных средств, затраченных на покупки. А также оставлю вам ссылку на партнерку EPN, чтобы вы могли зарабатывать, размещая свои ссылки в интернете, в соцсетях, блогах, своих сайтах, делая видеообзоры и тому подобное. Так, сейчас откроем и посмотрим. Так, вскрываем, распаем. Ну, тут проверять-то нечего. Тут все должно быть в норме. И по отзывам все нормально. Заказывал для сына, для его машины. Вот такая штучка. Вот, кому надо, заказывать. Вот сюда вставляется ключ зажигания. Доставка быстро, 2 недели. Из Китая. Так, разбирать не буду ничего. Все сегодня поставит. Заберет и поставит. Вот такая штучка. Заказывай. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам.